Жителей десятков домов в Химках в течение нескольких месяцев обязывали платить за домофон в двойном размере. Люди регулярно получали квитанции от компании, которая обслуживает оборудование. Неожиданно сторонняя организация стала требовать с горожан дополнительную плату. У нас появлялась за домофон лишняя, новая какая-то фирма, с которой у нас ни договор, ничего не было. У нас приходит домофоновская отдельно, платежка раз в год, там два раза в год они присылают. А это как уже в саму платежку приходило. Десятки жителей округа обратились в городскую прокуратуру. Проведена проверка, было установлено, что неизвестные лица осуществляли подделку официальных документов. Это протоколы собрания собственников жилых помещений. И, соответственно, основанием этих протоколов были заключены договоры между МОСОБЛ ЕРЦ и вот этой нашумевшей компанией ООО «Интехавтоматизация» как раз за обслуживание домофонов. По данному факту городской прокуратуры 25 ноября 2019 года вынесено постановление о направлении материалов в УМВД России по городскому округу Химки в связи с наличием признаков состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации. Статья 327 «Подделка изготовления или оборот поддельных документов» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Сейчас дело находится в отделе дознания УМВД и на контроле в городской прокуратуре.